Это признак благочестия, понимаете, человека, доброта. Смелость тоже, это сила, которая вдохновляет людей. Смелость, искренность такая, смелость. Понимаете, то есть все успешные люди, они наполнены чем-то. Мы говорим сейчас с вами о возможности человеку давать что-то другим людям. Эта возможность, она приходит в результате того, что ты наполнен. Понимаете, это не то, что ты там вот промчался он звездой горящей, погиб, охваченный огнем, чтобы наше небо было ясным. Вот. Не то, что ты жертвуешь собой, ты просто делишься, понимаете? Ты даешь то, что ты можешь дать, потому что у тебя есть. Вот представьте, если человек не наполнен, он может дать. Он даже если захочет, не даст. Вот если у человека нет хорошего настроения, он не наполнен природой, значит, он ничего не даст, потому что дать можно только то, что ты имеешь. Правда ведь? Если ты любишь людей, вот меня спрашивают, откуда у вас сила, Легина, читать лекцию? Ну как вы думаете, откуда у меня сил читать лекцию? Вот откуда? Вот подумайте с трех раз. От вас, мои хорошие. Вы смотрите на свои глаза, у вас теплые глаза, добрые. Вы на меня смотрите по-доброму. Сразу силы появляются читать. Вот и все. От вас же силы все идут. Ну то есть, другими словами, если вы хотите быть успешным в этом мире, если вы хотите, чтобы все получилось, наполняйтесь. Понимаете? Опустошенного человека, пусть судьба человека опустошила, никому не нужен. Если я буду опустошенным, вы никто не придете на лекцию. Вот я приехал и такой, ну как бы, на меня надавила судьба, и она вела меня в депрессию. Да, допустим, я в депрессию вошел. Моделирую состояние. Здравствуйте. Я очень рад вас всех видеть. Спасибо, что пришли на лекцию. Ну, то есть, другими словами, нужно просто быть наполненным, понимаете, для того, чтобы что-то давать людям. Не наполненный, значит, ты не ответственный человек. Вот некоторые говорят, я хочу помочь своей сестре, там, или своей маме, своему папе, там, своему сыну. Ну, наполнись сама. Если ты хочешь помочь, стань сильной, значит, внутри. Вот поэтому человек должен контактировать с людьми, с добрыми, любить всем, добрые дела делать. Идти на природу, молиться Богу, для того, чтобы быть наполненным.